Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодня мы будем делать самый мощный и, пожалуй, самый действенный из всех возможных ритуалов на избавление от безденежья, нищеты, расчищение всех финансовых дорог на большую и очень большую финансовую прибыль. Он по-настоящему действенный, потому что будет с призывом всех темных сил, исключительно темных. Только эти силы более мощные в отношении финансов могут вернуть утерянное, украденное, испорченное. То, что вы отдали по глупости, может быть, вам мошенникам, ну и так далее. Это вот они могут вернуть, могут дать то, что вы не заслужили и не заработали, ну и так далее. Главное для них это хорошая, очень достойная оплата, то есть донаты. Если платить не хотите, лучше тогда сразу выключите и не смотрите этот ритуал. Потому что, посмотрев его, к вам обязательно придут огромные деньги. Но не заплатив, вы рискуете жизнью. Те темные силы шуток не любят. Деньги к вам обязательно придут. В виде выигрыша, например, наследства, повышения по службе, ну и так далее. Вы элементарно найдете. Некоторые спрашивают, а как темные силы увидят, кто прислал донат? Не сомневайтесь, они видят все, и главное, они видят вашу душу, и жадностью вы отправляете, или от души с благодарностью, или с неуважением, как отрываете, как от сердца посмеиваясь, или как-то это, не веря в это. Нам нужно обязательно верить в эти силы, тогда и действительно ритуал сработает. Если жадностью и будете отправлять очень мало, то столько и получите. Жадностью, но уже со стороны темных сил. Размер вашей огромной прибыли будет прямо пропорционален размеру вашего доната. Никакие покормить птичек или собачек и так далее здесь не прокатит. Мы здесь призываем темные силы и просим то, что вы не заслужили. Или вернуть то, что уже давным-давно потерянное. Ну и так далее. Потому оплата здесь должна быть совершенно другой. Это во-первых. А во-вторых, никаких перекрестков, как говорят некоторые мастера. Я позже в отдельном видео расскажу, почему это бессмысленно, а еще и очень опасно. И к тому же не все перекрестки, абсолютно не все перекрестки подходят. Как тоже некоторые мастера говорят, на любой перекресток, совершенно не на любой перекресток. Его очень-очень нужно выбирать. Их очень мало, таких перекрестков. И для простых людей, непосвященных, такие вот правильные перекрестки, ну, чрезвычайно опасны. Еще, когда вы получите огромные деньги, вы обязательно должны будете отдать хорошую часть денег, десятую, лучше всего десятую часть, на благотворительность. Там уже можно будет и собачек, птичек покормить, в церковь отдать детям на благотворительность, ну и так далее. Это уже на ваше усмотрение. Это уже для того, чтобы светлые силы не разозлились на вас, не наказали и не отобрали уже светлые силы. Но когда эти огромные деньги у вас будут, вам уже будет не жалко, потому что десятая часть от этих денег — это
мистер. Это просто обязательно. И еще, смотрите, этот ритуал будет бессмысленно, если вы не почистились, и если на вас порча, проклятие, сглаз, крадники и так далее. Все деньги уйдут вашим врагам. Обязательно посмотрите наши чистки, именно наши, потому что другие мастера в основном работают на собственной силе или с призывом одного или двух эгрегоров. Мы же призываем сразу почти всех эгрегоров, и потому эффект чисток наших намного сильнее. Но за чистки тоже вам необходимо заплатить, иначе это все будет бессмысленно и тоже чрезвычайно опасно, потому что там же происходит с призывом темных сил. И еще, если вы лично кому-то делали магическое зло, чистки не сработают, а значит и этот ритуал смотреть бесполезно. Еще, если ваши предки сильно грешили, занимались магией, и на вас лежит отработка за их грехи, то есть карма рода, то деньги прямиком уйдут в отработку этой кармы. Так что имейте в виду. Но зато вы полностью очистите свою карму. Ну и уже дальше ваш жизненный путь будет более легким, без отработок за грехи предков. Если, конечно, сумма будет достаточной для того, чтобы покрыть грехи ваших предков, чтобы расплатиться. Вы это сразу почувствуете, когда начнется полоса удачи. Но если удачи вам будет мало, и вы захотите, чтобы получить все же огромные суммы денег, то вам придется снова смотреть этот ритуал. Сразу говорю чистеньким, что смотреть его необходимо ровно 13 раз. Чертова дюжина. Можете сразу, можете в течение нескольких дней. Можно ползунок сразу на ритуал передвинуть и смотреть только сам ритуал, без разговорной части. Еще, кстати, если у кого-то нет денег, мы постоянно указываем на Альфа-банк. Получите карты именно по той ссылке, что указано. Это наша ссылка. И это будет вашей платой темным силам. К тому же еще и сами получите от Альфа-банка деньги. Мы уже получили, теперь и вам предлагаем воспользоваться этой услугой. Но если, допустим, карта есть у вас Альфа-банка, то можете получить, допустим, на своих детей или родственников. Карта есть, пить не просит. Спрячьте ее, в крайнем случае сломайте, не пользуйтесь, если не надо. Ну так, положите куда-нибудь подальше, чтобы никто не достал, и все. И пусть зато деньги получите. Кстати, там кэшбэк намного больше, чем в других банках. Например, за простые продукты в магазинах в 5 раз больше, чем в других банках. За покупку простых продуктов. Так.
Лучше, например, действительно получить на своих детей или других родственников. Итак, приступаем. Призываю богиню Гекату, приди, прими в знак моего почитания и уважения тебе мои скромные дары. И исполни мою просьбу, даруй мне и моим подписчикам, каждому по несколько десятков миллионов рублей или другой валюты. Забери эти деньги у наших врагов. Чем больше врагов, тем больше даруй нам финансов. Все, что есть, забери у наших врагов, тех, кто магичит на нас. Дома, дачи, машины, любое имущество, все сбережения до копейки. Очисти от всего негатива эти финансы и даруй нам. Верни все финансы, что мы когда-то потеряли, отдали по глупости мошенникам или другим людям. Все финансы, которые не отдали нам, должники, все финансы, где мы упустили счастливый шанс их получить, эти финансы ушли другим людям. Верни мне и моим подписчикам эти счастливые шансы получить их назад. Даруй нам то, где мы переплатили. Даруй мне и моим подписчикам те суммы денег, которые у нас были когда-то украдены в виде валюты или имущества. Даруй нам те суммы денег, которые мы потеряли в результате порчи нашего имущества. Богиня Геката, просим тебя, я и мои подписчики, даруй нам те финансы, которые положены нам по справедливости, но из-за жадности других людей мы не можем их получить. Богиня Геката, просим тебя, даруй нам новые счастливые возможности поправить свое материальное положение. Даруй нам хорошо оплачиваемую работу, даруй нам повышение по службе, даруй нам богатых клиентов, подписчиков, комментарии, лайки, донаты. Но это уже для тех, кто работает в YouTube. Контракты даруй нам, выигрыши лотереи даруй нам. И все другие счастливые возможности, какие существуют, чтобы нам стать финансово независимыми, успешными людьми. Мы, в свою очередь, обязуемся не жадничать и преподносить тебе регулярно хорошие, богатые дары и всячески тебя почитать, уважать и восхвалять. Благодарим, благодарим, благодарим тебя, богиня Геката. Призываю Бафомета, приди, прими в знак моего почитания и уважения тебе мои скромные дары. И исполни мою просьбу, даруй мне и моим подписчикам, каждому по несколько десятков миллионов рублей или другой валюты. Забери эти деньги у наших врагов. Чем больше врагов, тем больше. Даруй нам финансы этих врагов, кто на нас магичит. Все, что есть, забери у наших врагов. Кто на нас зло, колдовство на нас насылает. Дома, дачи, машины, любое имущество, все сбережения до копейки. Забери, очисти от всего негатива эти финансы и даруй нам. Верни все финансы, что мы когда-то потеряли, отдали по глупости мошенникам или другим людям. Все финансы, которые не отдали нам наши должники. Все финансы, где мы упустили счастливый шанс их получить. И эти финансы ушли другим людям. Верни мне и моим подписчикам.
подписчикам эти счастливые шансы получить эти финансы назад. Даруй нам то, где мы переплатили. Даруй мне и моим подписчикам те суммы денег, которые у нас были когда-то украдены в виде валюты или какого-то другого имущества. Даруй нам те суммы денег, которые мы потеряли в результате порчи нашего имущества. Бафомет, просим тебя, я и мои подписчики, даруй нам те финансы, которые положены нам по справедливости, но из-за жадности других людей мы не можем их получить. Бафомет, просим тебя, даруй нам новые счастливые возможности поправить свое материальное положение. Даруй нам хорошо оплачиваемую работу. Даруй нам повышение по службе. Даруй нам богатых клиентов, подписчиков, лайки, комментарии, донаты, контракты. Даруй нам выигрыши в лотерее. Даруй нам все другие счастливые возможности, какие существуют, чтобы стать богатыми и успешными людьми. Мы, в свою очередь, обязуемся не жадничать и преподносить тебе, Бафомет, регулярно хорошие и богатые дары и всячески тебя почитать, уважать и восхвалять. Благодарим, благодарим, благодарим тебя, уважаемый Бафомет. Призываем самого дьявола. Приди, прими в знак нашего почитания и уважения наши скромные дары тебе. И исполни нашу просьбу, даруй нам, мне и моим подписчикам, каждому по несколько десятков миллионов рублей или другой валюты. Забери эти деньги у наших врагов. Чем больше врагов, тем больше даруй нам финансов. Все, что есть, забери у наших врагов, кто на нас колдует и магичит. Дома, дачи, машины, любое имущество, все сбережения до копейки. Очисти от всего негатива эти финансы и даруй нам. Верни все финансы, что мы когда-то потеряли, отдали по глупости мошенникам или другим людям. Все финансы, которые не отдали нам наши должники, все финансы, где мы упустили счастливый шанс их получить, и эти финансы ушли другим людям. Верни мне и моим подписчикам эти счастливые шансы получить эти финансы назад. Даруй нам то, где мы переплатили. Даруй мне и моим подписчикам те суммы денег, которые у нас были когда-то украдены в виде валюты или имущества. Даруй нам те суммы денег, которые мы потеряли в результате порчи нашего имущества. Уважаемый дьявол, просим тебя, я и мои подписчики, даруй нам те финансы, которые положены нам по справедливости, но из-за жадности других людей мы не можем их получить. Уважаемый дьявол, просим тебя, даруй нам новые счастливые возможности поправить свое материальное положение. Даруй нам хорошо оплачиваемую работу, даруй нам повышение по службе. Даруй нам богатых подписчиков, лайки, комментарии, донаты, контракты, клиентов. Даруй нам выигрыши в лотерее. Даруй нам все другие счастливые возможности, какие существуют, чтобы стать богатыми и успешными людьми. Мы, в свою очередь, обязуемся, уважаемый дьявол, не жадничать и преподносить тебе регулярно хорошие и богатые дары и всячески тебя почитать, уважать и восхвалять. Благодарим тебя, уважаемый дьявол, благодарим, благодарим, благодарим. Дорогой дьявол, мы понимаем,
богов, тебе нужны живые души. Свои души мы себе оставляем, но отдаем тебе все души наших врагов, кто на нас магичит, которые когда-либо на нас делали зло, совершали ритуалы против нас, ставили крадники, делали привороты, отвороты, различные порчи. На нас, кто нас в церкви отпевал, свечи за упокой ставил, вещи наши на кладбище закапывал, привязывал к нам мертвяков, сущности бесов, кто нас проклинал, кто на наши фотографии магичил, забирал у нас нашу энергию, мысли, идеи, наши возможности, нашу счастливую долю, ломал наши судьбы и судьбы наших детей и внуков, наших дорогих нам людей, тех, кто отнимал, ломал судьбы людей, которые, возможно, не наши родственники, но тоже дорогие нам люди. Забирал, кто забирал нашу красоту, молодость, здоровье наших поклонников и поклонниц, кто разбивал семьи. Забери, дьявол, души всех, кто опаивал, окармливал у нас злой магической едой. Кто дарил нам злые подарки, заговоренные подарки, подклады. Кто подбрасывал, подливал нам злое колдовское. В общем, всех тех врагов забери себе, души всех тех врагов, кто когда-то на нас магичил, магичит и будет в будущем магичить. Всех их отдаем тебе, дьявол, всех до исключения, всех, кто на нас будет делал, кто на нас делал, будет делать и сейчас делает какое-то любое магическое зло. Кто заказывал нас колдуньям, колдушкам, этих всех и колдушек тоже себе забери, разрешаем. Все, кто творит зло безвинным, светлым, чистым людям, отдаем тебе, дьявол. Отдаем тебе также тех врагов, которые творили магическое зло нашим предкам, нашим духам рода, нашим хранителям рода, нашим ангелам-хранителям. Отдаем тебе, дьявол, также тех людей, кто в будущем будет творить зло против нас, против дорогих нам людей и даже животных, и против наших духов рода. Дары наших врагов себе забирай, но все слова врагов назад врагам отправляй. Все, что они говорят, против них же отправляй. И души наших врагов себе забирай. Договор подписан, печать поставлена. Еще раз говорю, дорогие мои подписчики, что наши ритуалы очень сильные. Мы работаем не только на собственной силе или с призывом, а делают многие на этом канале. Мы призываем сразу почти все силы. Мы призываем сразу почти все силы, какие существуют, даже если не все упоминаем видео, потому что люди разных религий смотрят его.
а мы призываем силы всех религий. Может быть, кому-то это не очень понравится, что мы сразу призываем силы всех религий. Мы с большим почтением, с большим уважением относимся ко всем религиям. И считаем, что плохих религий не существует. Есть плохие люди, а религии все замечательные. И поэтому мы пользуемся силами всех до единого религии. Но не все люди так считают, и потому мы шепотом некоторых богов упоминаем, ну как, чтобы не слышали, и в полголоса шепотом. И потому наши ритуалы в десятки, даже не то, что в десятки, а во много десятков раз сильнее и мощнее ритуалов наших коллег, не в обиду будет сказано, потому что мы говорим, мы не на собственной силе работаем и не с призывом одного эгрегора. И потому здесь вот хихихаха, посмотрел, не заплатил, захотел, поставил, класс, комментарий написал, захотел, не написал, захотел, класс, поставил, лайк не поставил, донат прислал, не прислал. Это здесь не прокатит. А потом многие пишут мне, что после вашего ритуала мне стало так хорошо, жизнь наладилась, но потом многих близких людей увезли в больницу, там кто-то, не дай бог, бывает, что и с летальным исходом, но мы потому что сразу вас предупреждаем, что здесь это серьезные ритуалы, и поэтому надо относиться к ним серьезно. Лайки обязательно, подписка обязательно, комментарии. Ну, комментарии, может быть, ну, тоже пожелания, лучше это было бы. Донат тоже. Это как, хоть, ну, я не знаю, там, хоть любой донат, ну, постараться отправить. Потому что силы неизвестно, на что могут обидеться. Они все видят, то, что вы смотрите наши ритуалы, что с призывом. И без всякого энергообмена, ну, мы вас предупреждаем постоянно, что это опасно. Поэтому вы на нас не обижайтесь. Мы говорим, что силы шуток не любят. Тем более мы их призываем сразу десятками. Но если хотите без оплаты, ну смотрите видео других наших коллег. Будет толк от них, не будет, это, не знаю, может быть под вопросом, может быть помогут они вам. Смотрите их, но наши ритуалы лучше тогда не смотрите, если не хотите платить, не хотите ни класс даже поставить, ни подписаться, ни лучше даже не смотреть, потому что они очень действенные, сразу начинают работать, и очень рабочие. И надо обязательно, просто энергообмен тут категорически обязателен. Еще, когда получите огромные суммы денег, еще раз вас предупреждаем, обязательно хорошая, лучше всего десятая часть вы должны отдать на благотворительность. Это обязательно.
хотите последствий, обязательно. Ну все. Ритуал закончен. Благодарим все темные силы. Благодарим богиню Гекату. Благодарим Бафомета. Благодарим уважаемого дьявола. Благодарим, благодарим, благодарим. Всем любви, добра, удачи, финансового обогащения, чтобы вам с этой секунды на вас деньги ручьем с неба дождем капали. Не то, что капали, а прямо мешками падали. Финансово независимые, богатые, счастливые люди. Дай Бог, мы призывали темные силы, поэтому тут... Да будет так. Ключ замок язык. Аминь, аминь, аминь. Заклято. Заклинаю. Заклинаю самим уважаемым дьяволом, Бафометом, богиней Гекаты. Всех уважаю, люблю, почитаю. И вас, мои подписчики, всех уважаю.